Здравствуйте, меня зовут Сергей, я из города Ростова-на-Дону. До Нового года работал у автодилера, теперь там тихо, как в глухом лесу. С Нового года начал искать работу и в сети, и в офисе, но ничего достойного такого не мог найти. На глаза нечаянно попался тренинг Кирилла Рыбасова «Как заработать на автостраховании». Я этим вообще никогда не занимался и всегда считал, что этот вид бизнеса более такой женский, дешевый. Но вспомнил тут же, что всегда 2-3 раза в неделю обязательно кто-нибудь подходил и спрашивал, где ты страхуешь на ОСАГО, у кого, делают ли там ТО. И я начал понимать, что этот продукт люди ищут сами, и он востребован. Ну, записался на тренинг, просто чтобы посмотреть, ну, чему могут научить, могут ли вообще меня научить. На первое занятие я, к сожалению, не попал, не заплатил вовремя за интернет. На следующий день, когда оплатил, включил, на почте увидел запись вебинара и домашнее задание. Некоторые задания были легкие, некоторые напряжные, но интересные. Пугали звонки брокерам, думал, будут грубить, отказывать и так далее. Но уже после первого звонка я вел беседы уверенно и с пониманием. Также, когда я общался с брокерами, я видел, что у некоторых нет даже элементарного сайта. Соцсети, они вообще не задействуют рекламу, ну, не дают ее, нету как таковой. Просто сидят в офисе с вывеской у себя над офисом и ждут, когда к ним клиенты придут и сами их найдут. Тогда-то я и понял, что я могу и буду заниматься автострахованием, потому что с помощью тренинга Кирилла Рыбасова я с самого нуля буду на голову выше конкурентов. Поэтому смело обращайтесь по ОСАГО, КАСКО ко мне, Сергею Никифорову, и вместе мы обойдем все подводные камни. Благодарю за внимание. До новых встреч.